В спорткомплексе «Юбилейный» впервые прошел турнир по плаванию памяти героя России, летчика Канамата Баташева. Участие в состязаниях приняли юноши и девушки из Карачаева-Черкесии, Невиномыска и Белгородской области. О спортивных баталиях на водных дорожках расскажет корреспондент Артур Мхце. Спорткомплекс «Юбилейный» на один день стал, можно сказать, центром притяжения для поклонников нескольких состязательных дисциплин. Так, на водных дорожках бассейна увлекательный турнир памяти героя России Канамата Баташева был организован для юных пловцов из Карачаева-Черкесии, Ставрополя, Белгородской области и новых российских регионов. Ребята с Донбасса и Луганской области, к сожалению, остались дома. Но и без них соревнования обещали бескомпромиссную борьбу талантов. Участники у нас приехали с Белгородской области. То есть это беженцы, сильные очень ребята. Мы благодарны, что они посетили нас, потому что не понаслышке они знают, что такое патриотизм, так как эти соревнования посвящаются летчику Баташеву, герою России. Каждый участник турнира рассчитывал показать свой лучший результат и победить. Тем более, что в детско-юношеском спорте на первое место выходит страсть, азарт, а не соревновательный опыт. Но и о планах на будущее ребята тоже стараются не забывать. Как о спортивных, так и для души. Сколько времени занимаешься плаванием и чего хотелось бы добиться? Я занимаюсь плаванием с 6 лет. И я хотела бы для начала добиться второго взрослого. Очень интересно. Никогда здесь не бывал, в этом крае. Очень хотелось бы побывать, посмотреть побольше. Здесь, говорят, красивые виды, там горы. Но в первую очередь вы приехали для того, чтобы посостязаться. Что за дисциплина и каковы результаты, в принципе, вот, спортивных плей? Ну, сегодня я буду плыть 100 метров вольный стиль. Планирую проплыть по лучшему результату своему, это в районе 52 секунд. К сожалению, у зрителей было не так много возможностей наблюдать за борьбой, развернувшейся на водной глади, и подбадривать своих. А потому сами ребята поддерживали друг друга, гнали к финишу. Впрочем, в подобных турнирах результат отходит на второй план. Хотя не стоит исключать, что кто-то из нынешних призеров в будущем поднимется на высшую ступень крупного плавательного турнира. Артур Мхце, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.